печь после 2 лет работы, видимых трещин нету снутри. Все отлично. Единственное, откалывается смесь, которую я закладывал в щели. Так, что по самой печи? Треснул свод первой арки, и когда при нагревании все это дело начинает вот, видно, вот, шевелиться. То есть, можно сказать, свод при нагревании расширяется, и кирпичи, ну, они не упадают, но сильно проседают. Нужно будет переложить. Вот можно видеть, они достаточно изрядно просели, вот эти 2 кирпича, и они болтаются. Нужно вот этот кирпич заменить на клиновидный, как было сделано вот на первой арке, что я не сделал, то ли спешил, то ли не учел. Все это я переделаю и уже буду привязывать, завязывать к выходу, к трубе. Труба будет из кирпичей, никакого металла, невысокая, я думаю, тяга и так хорошая. Вот. Вот такие планы. И утепление будет печи, потому что это не дело. Накрывание пакетами постоянное. Следить за то, что пошел дождь, не пошел. Печка долго остывает. Если вечером ее растопить, к утру она еще теплая. Также была сделана вот такая дверца, вот такой конструкции из нержавейки. Вот такая конструкция ручек не дает ему падать ни вперед, ни назад. То есть он устойчиво стоит. Конструкция ручек является и основой для того, чтобы он плотно стоял. Здесь организовано окно, поддув, в зависимости от того, как идет тяга. Тяга отличная у меня всегда. Далее. То есть, когда растапливаем, открываем до... Не до конца, то есть и через верх, через отсюда выходит дым. То есть, ну и при необходимости открываем поддув, закрываем. Вот. Когда готовим что-то, кашу там, надолго ставим хлеб, то есть и дрова выгорели, угли, осталось одно тепло, чтобы ему не выходить, то есть мы закрываем полностью, и тем самым не даем теплу выходить. И то есть тут все плотненько стоит, прижато. Ручки я сделал из дуба.